Вопрос укрепления водно-энергетического сотрудничества обсудили на заседании Казахстанско-Кыргызского межправительственного совета в Бишкеке. Также стороны договорились урегулировать право собственности Казахстана на курортные объекты в Иссык-Кульской области. Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что отношения между странами вышли на качественно новый уровень, и правительство Казахстана приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества. Отмечу, с начала года товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном превысил 1 200 000 000 долларов. Это на 1,5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.